Yep. Здрасте всем зрители, смотрящими на стриме, зрители, кто будет смотреть в повторе. С вами, как всегда, я, Лёха, и канал Hard Games. Значит, сегодня у нас с вами четвертая часть великолепной игры. Прекрасная, я бы сказал. The Beast Inside. Плейлист вы можете найти внизу в описании, кто не видел предыдущих серий. И вы знаете, я вот... А, плейлист, кстати, не работает, да, надо переделать. Переделаем, ладно. Такс, мы не об этом. Мы о том, что сегодня нам предстоит погрузиться снова в хаос, снова в ужас. И, если честно, предыдущая серия заставила меня вообще задуматься, продолжать ли играть в игру дальше. Потому что, я вам без шуток говорю, это просто какой-то, ну, какой-то трешак. Смотреть это на стриме можно, но вне стрима это все смотреть тоже можно. А вот на стриме играть очень страшно, очень страшно. Вот. Значит, на предыдущем ролике вы поставили 1600 комментариев, за что вам, ребята, я безумно вам благодарен. Спасибо огромное. Вы вот меня услышали. Пишите комменты разные, там строки. Короче, неважно, что вы пишете, главное, что вы их пишете. Вот. И ютубчик это продвигает видеоролик. Спасибо огромное. Правда, спасибо огромное, ребят, всем, кто это делает. Мое почтение, мое уважение. Спасибо. Спасибо, кто тратит свое время на и поддерживает наш канал таким образом. Вот, напомню, лайкос ваш королевский, подписка и прожать колокольчик. Это самое главное. Все, кто еще не переподписывался, заново, ребят, переподпишитесь, потому что вылезаем из теневого бана, бла-бла-бла, пятое-десятое. Короче, также хочу напомнить, что спонсором сегодняшнего стрима является, как всегда, ничто, просто наш магазин с мерчем. Вот. Ссылки все внизу в описании. Там сейчас до 1 числа сделал... хорошие очень скидоны, 30% вообще на все. Очень надеюсь, то, что оцените, потому что давно обещал скидочки запилить, вот наконец-то сделали. Также каждый день в телеграм-канале буду кидать всякие штучки, промокоды на 50% на всю корзину, на любой товар. Так что как-то так. Ну что ж, дальше я тянуть не буду. Переходим к ужастику. Всем приятного просмотра. Как говорится... не оттянуть то, что предначертано. Я, вы знаете, по традиции стараюсь всегда убрать все от рук. Это причем не шутки, потому что почитал я комментарии под серией. Вы мне сказали: Леха, все, что было до этого, это так. Ну так, чисто поржать. А вот сегодня у тебя начнется настоящая дискотека в этом заброшенном доме. Вы знаете, дискотеки я в свое время очень любил. Вот. Ну, как говорится, по дискотечам. А эти? Итак, глава 6. Глав, по-моему, всего 13. Но вот эти, они самые душные главы. Опять же, отталкиваюсь от ваших же комментариев. Потом, типа, они идут прямо одна за другой. Очень просто летят. Вот. Глава 6. Судья пытался меня задушить и задушил бы, если бы не вмешался тот человек. Человек в цилиндре. Сразу вспоминаю слова из песни, да, вот это: в черном цилиндре, там в наряде старинном. Ну да, да, кто понял, тот понял. Отсылочка очень хорошая дана. Спасибо огромное, Валера. Он убил судью Нортона прямо у меня на глазах, словно пытался спасти меня, в общем. Сказали, что очень интересный сюжет. Так что я сегодня, так как вы топите, вот да, вот тут прям, я сегодня намерен вообще пройти эту игру. Я не знаю, сколько мне осталось еще играть, но вы знаете, надо, как говорится, от главы до главы. Так что подписочка, лайкос, ну и приятного просмотра. Чай, кофе, там плюшки, булки, сильно не пугайтесь, мне самому страшно. А эти? Шо? Куда ты смотришь?
Кстати, в доме вы мне сказали, Леха, не обращай внимания на ФПС. Спасибо огромное, ребят, за донат сразу всем. Не обращай внимания на ФПС, потому что это все ерунда. Типа, у всех тут лагает, и ФПС у всех в доме проседает. Так что спасибо, что написали. Так, значит, в тот раз мы с вами взяли, уже читали. Здесь, короче, у нас вот с этой двери, мне сказали, начинается аттракцион. Так, здесь код у нас. Ну, мы ничего с вами не боимся. Чего бояться-то, кого? Ну, правильно, правильно. Тут этот просто спрятал один другого, и все. Хай! Не знаю, что вы говорили, вообще пока никакого я страшилки никакой не вижу. Ого. А есть кто дома, нет? О. Вообще не страшная какая-то серия. Я думал, тут сейчас сразу начнется. А что это такое? Куда-то что-то подвинуть, что ли, надо? А-а-а! Я могу. Эти. Эй, пс. Пс. Спасибо, Хакаги. Чуть попозже. Сейчас. Но он же оживет 100%. Ты смотри, я тебе лампочки сразу охерачу. Я человек простой, ничего у тебя не получится. Так, письмо солдата. Давайте повращаем, прочитаем. Читать. Джон, все пошло по плану. Да, мой дорогой брат, шедевр близок к завершению. Я раздобыл форму солдата Севера и добрался до Северного Массачусетса. По пути я расправился с тремя предателями нашей славной родины. Этим любителям афроамериканцев, плюющим на наш флаг. Должно быть, я заблудился, потому что вместо Лоуэлла оказался в какой-то глуши. К счастью, Господь направил меня в заброшенную гостиницу, где я сейчас заканчиваю последние приготовления и читаю молитвы. Знаешь, что это значит? Да, Бог на нашей стороне, брат. Он тоже желает, чтобы наши планы притворились в жизнь. А значит, дни Авраама Линкольна и его проклятий, проклятых прихвостней, короче, сочтены. А, форма только маскировка. А что так лагает? Что так ФПС? Ого. Ого. А что надо сделать? Ножницы вынуть или что? Что с тобой сделать-то надо? Эй! Эй! Пс. Ясно, Самара. Так, давайте меня не пугать нахер. В тот раз со шкафа выпрыгнула. Манда какая-то, у меня чуть сердце не остановилось. Давайте без вот этого. О, кусты знакомые. Здрасте. Я Настя. Куда ложиться? Эти. Так, давайте без скримеров сегодня. Ну его нафиг. Уже все, уже напруга вся прошла. Страшного ничего нет. Снова эти чертовы корни. Вряд ли я смогу просто сломать их, ну понятно.
Сейчас сзади будет, смотри. Смотри, вангую. Отпусти меня. Помогите. Помогите. Дурак, гранату брось. Не жди, чертов янки. Какой янки? Тварь. Спокойно идите. Дурак, Грена. Грена. Ты прыгай, В него, родной. Быстрее кидай. Что ты думаешь? Кого ты думаешь? Быстрее в него. На. Из ноги надо было еще. Бум. Ни хрена себе. Тебя раздербанило, родной. Эти? Так, ножники мы возьмем. Какой смешной дедок попался. Кто дышит? Смешной дедок, говорю, попался. Ать. Отпусти меня, пчела. Ну давай. Тихо. Ать. Так, ты мне давай. Кто здесь? Ого. Ты мне давай без этого, слышь ты? Мне говорили вообще, это просто мое воображение. Слышь? Воображение. Обыскать кабинет. Сейчас я обыщу. Это не херовое у меня воображение. Ого! Ого! Ну чё всё за... Я у мамы взломщик. Так. Ку-ку! Ку-ку, говорю. Эй. You were supposed to check every possibility. Ты должен был проверить все варианты. Ты же судья, ты должен уметь обходить законы так, чтобы избежать наказания. В контракте указано, что вы оба можете передавать свои доки. Прости, Джордж, но ты все сам подписал. Я не думал, что этот ублюдок вздумает меня перехитрить. А его типа отродье проникнет в шахту. Этот паршивец не может получить все наследство. Придется убедить старого пердуна. Неужели это было на самом деле? Они правда замышляли что-то против нас с отцом? Вот почему они малого. Это... Иванучо Михайлович. Слушайте. О, хай. Открыть двери в регистратуру комнат 107 и 208. Это мне надо. Так. Ничего у вас не получится. Зажгите свечи. Чего? Так, надо прочитать, что-то здесь какой-то. Блэкстон. Понедельник, 2 сентября. Шериф выдал ордер на арест Джейкоба Хайда, владельца шахты и гостиницы, который обвинялся в убийстве судьи Джона Нортона, скончавшегося от тяжелых ран по прибытии в гостиницу. За поимку Хайда, объявленного вознаграждение в $500, кстати, всего. Такое уж и большое вознаграждение. Так, подождите, копаемся. Письмо о исчезновении. Я уже много раз писал вам, но так и не получил ответа. Поэтому спрашиваю снова. Вы действительно не помните моего брата Генри, который останавливался в вашей гостинице 2 месяца назад? Ему 31 год, он высокий, худощавый, носит очки.
Мой брат приехал к вам в поиске покоя и спокойствия после нервного срыва. Генри. Молодой художник, поэтому он собирался писать пейзажи. Брат всегда любил безмятежную атмосферу этого региона и говорил, что горы и леса заставляют звучать струны его души. Как я уже упоминал в предыдущих письмах, Генри так и не вернулся домой. Блэкстон. Последнее место, где его видели. Не исключаю, что он мог покончить с собой. Генри сильно страдал, но искренне надеюсь, что это не так. Может быть, вы вспомните какие-то детали, которые помогут мне разгадать тайну исчезновения моего брата. Искренне ваш, Энтони Уилкокс. Какая тишина в игре, не говори. Это какой-то не ужастик, а шляпа какая-то. Здорово, мать! Все нормально? Куда? Лево, право, Кролл. Эйть? Шкаф! Шкаф! Сосать! А дальше куда? Вы как убежали от привидения? Блестяще! Вообще легчайше! Просто вообще не почувствовал! Толкай! Страшно, очень страшно. Здорово! Хай! Good morning! Так, подождите. Вообще не страшно. Это просто... Так. Давайте сейчас не будем. Вообще не страшная игра. Блять, мне чуть сердце не остановилось. Детектив остановился в номере 203. Читать не могу. Извините. Это наверху похоже. Он так и не освободил комнату. Мне сейчас чуть сердце нахрен не вылетело. Нормально. Нормально все. Обыскать комнату 203. Второй этаж, да? Опять туда. Я ж под коленями все подопрел. Нормально все. Вообще ничего не получится у этой игры. Я мужик. Мне... Это мое воображение. Это просто мое воображение. Ку-ку. Ку-ку, мой мальчик, ку-ку. Воображение, говорю, ты просто воображение. Воображение, нет здесь никого в этом доме. Угу. У-у-у, сука. Опять ты? Черт. Так это... Ой. Слышь, брат, это, по-моему, не воображение. С этой смонтировкой воображение не ходит. Бля, блядь, бабайка. И что делать? Ну, там вот что-то лежит, наверное, туда. 202, I can easily get to the next room. I need to know how much he has found out. Подожди, а куда мне? Погоди, а куда мне? Надо посмотреть. 200... Блин, не помню. 200... 202, да? 201? Ого! 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 Тихо. Лё, тварь.
Блин, сейчас бы мне револьвер, реально, я бы тут устроил бы. Может, туда? За стойку? А! Нет тебя! Ой, бля... Это не воображение. Это, короче, пацаны, не воображение. Воображение по башке монтировкой не стучит. Ничего у него не получится. Так, спокуха. Сейчас у нас все получится. Не понял я, как туда пробраться. Quickly, I need to hide. Я тварь. Давай, давай. Все, я понял. Может, просто пробежать? Может, просто, типа, щемануться туда? Подождите, 200... Сейчас мы посмотрим. 202 где у нас? Я просто не пойму, вот то ли вот это. Из комнаты 202 можно запросто попасть в соседнюю. Не понял я. 204? Там, что ли? Или вот это? Вот черт, а. Давай попробую. Давай сныкаться сначала, попробуем, потом пробегу. Мне кажется, здесь стелс. Наебал! Закрывай, бля! Нормально. Все и было запланировано. Хватит там, постучу я тебе, ну-ка тихо. Игру тебе погромче, сейчас сделаю, мой хороший, сейчас. Конечно, могу сделать. Кто попросил? Вообще не вопрос. На. На, мой дорогой. Как скажешь. Без проблем. И так не делай, Дон. Бан. Всем бан. Вообще не страшная игра. Это просто мое воображение. Воображение. Ну вот. С монтировкой был спорный момент. Гилман! Гилман, открывай! Нужно поговорить. С глазу на глаз. Здравствуйте, мистер Хайд. Кончай с любезностями, я знаю, что ты задумал. Вижу, вы рассержены, но не понимаю, почему я. Ты не первый писак, решивший что-то раскопать здесь. Но я здесь не за сенсациями, я просто хочу докопаться до правды. В этом милом уголке столько людей пропало. В том числе и ваш друг, судья Джон Нортон. Я хочу его найти, уверяю вас, это моя единственная цель. Засунь эту цель себе в жопу! Ты хочешь доказать, что я похищаю людей? Хочешь привлечь внимание, к себе внимание громкой истории? Привлечь внимание? Забавная формулировка. Это ведь вы любите замалчивать факты и скрытничать. Погибли люди, многие с тех пор бесследно исчезли, а вы ведете себя так, будто это мелочи. Это был несчастный случай, трагичный несчастный случай, который стоил жизни моим рабочим и разрушил мой бизнес. Конец истории. О, боюсь, на этом история отнюдь не заканчивается. С тех пор в этих местах начали пропадать люди, много людей. Даже некоторые постояльцы этого заведения. Хватит! Чтобы завтра духу твоего здесь не было, ясно тебе? Так, господа, дорогие друзья, те, кто смотрит стрим, прошу прощения аудитории, кто смотрит в повторе, мои хорошие, я хочу всем напомнить, что за спойлеры приравниваются к обычному неуважению к аудитории и тем, кто находится в чате,
и к стримеру. Я из уважения к вам не смотрю заранее прохождение, и вы видите только настоящие реакции. Поэтому, если администрация будет видеть спойлеры в чате, вас забанят. Будьте предельно внимательны и аккуратны. Это распространяется абсолютно на всех, включая, в общем-то, старых, новых подписчиков. Здесь нету. Я всех уважаю одинаково. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Но, ребята, давайте немножко уважать друг друга. Спасибо. Так, надеюсь, детектив оставил здесь что-нибудь. Слушайте, ну пока нормально, пока ничего такого нет. В ходе расследования пропажи судьи детектив обнаружил, что люди исчезают в этих местах с тех пор, как произошел взрыв на шахте. Он решил, что виновником мог быть мой отец Джейкоб Хайт, и даже посетил шахту, чтобы найти улики, подтверждающие его подозрения. Слушайте, ну он тоже начал рыть везде. В этот день детектив отправился на шахту. Вернулся ли он обратно, неизвестно. Нужно пойти по его следам. Выбраться из гостиницы. Возможно, я сумею понять, что там произошло. Пороховые бочки, пропавшие люди. Что там произошло? Мой отец был жестоким человеком, не стану отрицать. Но способен ли он был на хладнокровное убийство? Что ж, похоже, мне придется спуститься в шахту. Куда? Великолепно, просто великолепно. Ку-ку? Есть кто, нет? Вот это вот спуск в шахту, это, по-моему, такая себе затея. Кстати, хочу заметить, керосин немало дается. И чё, и куда мне бежать? Уху. Спичками вообще не пользуюсь. А куда дальше? Куда дальше? Дверь закрыта, братцы. Окно закрыто. Дверь закрыта. Я где-то что-то пропустил. Спасибо огромное. Потайной ход. Может быть и так. А, ну конечно же. Да подожди ты. Здорово. Есть там кто, нет? Угу. Чего у вас не получится? Этого не может быть. Дурак. I must have lost my mind. Похоже, я сошел с ума. Чел.
Ну и что делать-то? Он сейчас прыгнет, падла. Это не картина. Он стоит, качается. Is it only in my head? Это все в моей голове? Мать твою, что происходит? Бля. I think I'm going mad. Кажется, я схожу с ума. Нихера себе банка, говорит. Сзади. Это, говорит, банка с томатным соком. Чел! Давай! Сосать! На секунду! Ты серьезно? На секунду ты закрыл? Ты что, дебил? Что-то там дрится, молодца. Ой, как страшно, страшно, очень страшно. Очень страшно. I believe I can fly. I have to run. Нужно бежать. Нужно бежать. Господи. Блядь, я не хочу. Беги, дурак. Беги, Сережа. Почему Сережа, не знаю, просто Сережа. Блядь, Сережа, блядь, не надо, не надо. Ай, блядь, синяда. Ой, блядь, нормально, нормально. Все хорошо, ай, ой, ой, началось тут. Ай, блядь. Ой, за что, не надо, не надо. Ты уже, ты беги, беги, родной! Быстрые ноги, как говорится, ничего не боятся. Ага, сейчас тебя сраку. А, это я уже в шахты бежу. А, да, счастье! С первого раза, кстати. Так, глава 7. Нормально, пока все идет, все хорошо. Держимся, крепимся, друзья мои. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давай, поехали дальше. Как бы это ни звучало, дневник... Я заговариваться стал. Дневник Николаса помог мне взломать советские шифры. Но я недолго радовался. Так уж вышло, что мне пришлось выслеживать шпиона и искать, по сути, жучки. В итоге я добрался до развалин гостиницы, где наткнулся на следующую часть увлекательных мемуаров Хайда. Сейчас, прикинь, из темноты мне придется из трешака опять в трешак. А, нет! Свет! Спасибо за подписку. Что за херня? Где я? Как, черт возьми, кто-то вырубил меня, когда я был в руинах? А, это мы вернулись к этому. Зачем меня притащили сюда? Как мне добраться до дома? Глава 7. Укрытие. А, так, во-первых, у меня есть вот эта тема. I need to find the way home.
Нужно найти дорогу домой. Чувак, ну... Что за... There's a map lying there. Там лежит карта. А это не байт, но дурака нет. Тот, кто разбил этот лагерь, оставил здесь карту. Шифр какой-то. Е4. А, это, наверное, на машинке, что ли, опять надо? Map, если верить карте, дом должен быть где-то рядом. Нужно просто пройти. Да? Рукоядочку от чего-то взяли. Так. Не знаю, когда это произошло. Я проснулся и понял, что ночью мою жену подменили. Кто этот чужой выдает себя за близкого мне человека? Я был напуган, но не подавал вида. Пошел в комнату сына рассказать ему, что какая-то злая женщина притворяется его мамой. Он спал, поэтому мне пришлось разбудить его, нежно дотронувшись до плеча. Раскрыв глаза, мальчик удивился, и меня осенило. Это был не мой сын. Не знаю, чей это был ребенок, но явно не мой. Поглощенный страхом, я выбежал в коридор, обхватил колени руками изо всех сил, пытаясь преодолеть головокружение. И когда я вновь выпрямился, передо мной стоял мужчина. «Ты кто такой?» — закричал он. «Что ты делаешь в моем доме?» Я не ответил. Это было слишком. С такой наглостью я еще не сталкивался. Но когда я попытался схватить его за горло, моя рука уперлась в зеркало. Чужак тут же распался на миллион осколков. Он кричал моим голосом. Звонить санитарам. Тут определенно какая-то херня неведомая творится. 100%. Тили-тили, как говорится, траливали. Это вам не тили-тили, это нам не траливали. А. Так. Ить. Нифига себе, блин, мост. Помните, как в этом? В древние времена-то этот. Король Артур на нас напали. Так, сейчас уже неудобно взялся. Так. Почему так тихо? Войти в пещеру. А, понимаю. Не, ну типа днем кто на нас напасть может? Слушайте, у меня вообще такое странное ощущение, что мы играем просто за чокнутого какого-то психа, которому вечно что-то все мерещится. Реально, вот он, короче, он просто сходит с ума. Я не удивлюсь, если эти все записки это он сам написал. Просто, ну, он тронулся башкой. Я вот даже вообще не удивлюсь. Куда бежать? Налево, направо, куда? А, здесь один проход, я понял. Главное на медведя, да, шатуна не нарваться. Медведь-шатун, ребят, опасная вещь. Зимой он, знаешь, когда лапу сосет, а когда ему сосать нечего, то он ищет что-то. Реально ищет. Вечно что-то ищет. Бывает. Ну, так, кто клепанул, сразу бан. Перманентный, навсегда. Суицид не выход. Ну, спасибо. Спасибо тебе, дорогой. Ты прям Евгений Ваганович Петросян. А куда, подождите, куда тогда бежать-то? Может, по дереву? Во, погоди. Дерево, наверное, не просто так перекидано. Ага, страку. Чего подобного?
Не, ну подождите, ну туда же не просто так проход. А! Jesus fucking Christ, they're really hanging here. Someone actually did murder these people and leave their bodies here. Твою мать, их серьезно повесили? Кто-то реально их просто убил и повесил их здесь тела? В этом странном, богом забытом месте, куда мы сами только переехали? А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Брехня! Death to traitors. Смерть предателям. Какие-то психи считали этих людей предателями, но почему? Отправились на охоту на коммунистов. Или дело было в чем-то другом? Возможно, это провокация против меня. Какая провокация против меня? Там висят работяги, причем. Слушайте, я с вашего позволения пойду. Я человек простой, ребят. Там просто еще место есть на суку, и нужно поторопиться. Эмма там совсем одна. Ха-ха, ты про Эмму вспомнил. Молодец какой. Как обычно, русский след, все понятно. А ты не подумал сейчас, как тебе через шахту идти? Дурак неумный. Снова это проклятое место. Пройти через пещеру. Да, через пещеру, что там ходить. Christ, is this? Что-то как на куклу похоже. Oh fuck, fuck. What was that? Что это было? Что за? Может, это он ее и щеманул? They must have poisoned me, but how? Кофе, возможно, они подсыпали мне что-то в кофе, они меня отравили. А может, дело в передатчиках, это излучение, 5G, короче, все, говорили по телевизору, по РЕН-ТВ, это 5G передатчики. Все понятно, все в них дело. Здорово. Как себя чувствую? Нормально. Вот она работа. Видите, ваши стримы. Легчайше. Блин, пока все довольно. Ля, красота какая. О, это я как в Сочи снова попал. Опять этот мост. А я сейчас быстро пробегу, и никто меня не тронет. Ничего у вас не получится. Да, конечно, да, конечно. Ну не надо падать. Ну, давай, родной. Чего? Fuck, that was close. Он же висел. Он же висел только что. Как он? Слушай, он, походу, сделал, мы реально за какого-то шизика играем. Они хороши, черт возьми, ничего не скажешь. Пытаются сломить меня. Советские штучки, да, я знаю. Да. Ну, короче, понятно. Вы поняли, он типа встал. То есть он не, на самом деле вообще, по-моему, не падал. Он типа, короче, как бы встал, да. Слушайте, мне кажется, здесь как какой-то просто невероятный сюжет будет. Просто нереально интересный. Мне кажется, мы за такого просто отморозка играем, у которого вообще... Блять, как же мы в игру-то играли с тобой, помнишь... Какая-то была игра. По кораблю-то мы ходили, там тоже все им мерещилось. Как же. Как-то. Я сейчас и не вспомню, ребят. Это. Типа Man of Medan, да. Я не. В какой-то части.
Что-то мы, да, куда-то мы что-то бегали, что-то какая-то там херня творилась. Было дело. 100%. Что это такое? О, сундучок. Шесть символов. Чего? Ты ёб... Чего здесь было написано? Подождите. Интересно даже стало. Это что такое? У равно... Что это за буква? Р? Так, секунду. Мы с вами какую-то записку где-то открывали, помнишь, с тобой? То ли на карте. Во. Раз, два, три, четыре, пять. Не то. У равно... Не, мне кажется, это не туда. Нет, стоп, это не R. Это U, это, скорее всего, B. О, так, думай. Может быть, где-то что-то собрать нужно. Блин, очень FPS в игре проседает прям ужасно. U, пока мы только нашли U равно B. Может быть, вот там вот нужно обойти, а потом сюда вернуться. Помните, налево еще был проход. Может быть, что-то вот здесь. Да. Man of Medan. Подожди, в смысле? Пытаются меня запугать. Дурачок, у тебя получится меня сломать. Типа, вы меня пытаетесь сломать несколькими трупами, там еще чем-то, у вас ничего не получится. Блин, ну ладно, хрен с ними. Я, короче, к сундуку не буду возвращаться. Ребят, напишите в комментариях, что там было. Реально, типа, ну, я думал, надо пошастать, а я что-то пошел куда-то, провалился. Напишите просто в комментах, что там было и какой код. И это, залайкаю комментарий. Даже самому интересно. Блин, я думал, я не провалюсь. Не, ну как обычно, я привык там, знаешь, типа собирать информацию какую-то, ходить. Может, где-нибудь какой-нибудь листовочка там какая-нибудь лежала. Ни хрена там что-то не было. Может, я слепой? Не, погоди, мне не сюда. Да ладно. Приветик, привет, ребят. Привет. Спасибо, что, ребят, зашли. Лайкос, подписка, не забывайте. Спасибо. Блин, ну вот там вот внутри было очень страшно. Но мне кажется, это еще не все. Сейчас что-нибудь какой-нибудь будет. Это какая-нибудь канитель. Страшилка получается. Но интересно. Ну, вот это чего? Сейчас кто-нибудь ногой толкнет или что-нибудь обрежет. Или, а смотри, поворачивайся сразу. Бэ! Смотри. О! 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 Ты идиот. Идиот. Все лезет куда-то. Тут проходы. О, дом! Ты дома?
А чё, я бежать не могу? Дом родной, милый дом. Прям как тетя Зи не попал. Тут, наверное, так переходить, я не знаю, вброд. Ну да. Что за звуки? Fucking commies can't hide from them. Никуда от них не спрячется. Найдут на край света, но если кому-нибудь расскажу, посчитают психом. Это коммунисты хотят. Они ломают своих врагов. Гады, думаю, могут прислать сюда своего псевдокопа, но уж нет, я вам живым не дамся. Слушай, ну он все, он колпаком тронулся. Я смотрю, разум преодолел тебя, Леха. Пока что, до завтра, да. Ну что? Что, думаете сломать меня? Да я вас сам сломаю, придурки. А как? Эй! Пс. А где жена? Жена! В кабинете, да? Лё, вот она. Родная, что случилось? Почему на улице стоит? Где тебе носило? Где, черт подери, тебе носило? Опять истерика. Я обожаю истерики, блядь. Ты сама знаешь, я хотел отыскать. Почему ты плачешь? 6 часов. 6 часов я никому не ебала мозг. Чего? Тебя не было 6 часов. Ты вышел и просто пропал. Я 6 часов не знала, кому трахать мозг. Я не пропал, просто пытался вернуться. Избавиться от жучков. Каких жучков, о чем-то? Ты оставил меня одну. И какой-то псих проколол нам шины. Are you serious? I called the sheriff. Я вызвал шерифа. Когда мы стояли снаружи, тот парень вломился в твой кабинет. В смысле вломился? Шутишь, что ли? Телеграммы. Этот сукин сын забрал телеграммы. Забрал. Шериф заметил разбитое окно, и как только мы зашли в дом... Погоди-ка, кто разрешал тебе впускать незнакомцев, а? Кто? Выключай мужика, бля! Он шериф, а не незнакомец, к тому же. Тоже мне шериф. Ты не представляешь, насколько изобретательны люди, пытающиеся на меня добраться. Могу представить. Могут представиться кем угодно. Как ты не понимаешь? От того, чем я занимаюсь, зависит от судьбы людей. Ты меня совсем за дуру держишь? Я позвала на помощь, я сейчас еще и тещу позову. А к тому же этот парень не мог далеко уйти, за ним погнался шериф. Не веди себя как урод. Это мне грозила опасность. Мне, а не тебя. Это все ты. Ты во всем виноват. Ни секунды не жалею, что на тебе женился, блять. Ни секунды. Нихера себе. Что, что, бля, чуть голос не сорвал. Чтобы изучить деятельность известных мировых криптоаналитиков, необходимо сначала самим разобраться в дешифровании. Сумейте расшифровать все спрятанные здесь имена, числа соответствуют отдельным людям. Заткнись, дай почитать! Используйте диск Цезаря, чтобы познакомиться с великими умами. Да мне это неинтересно, в смысле? Это страшилка, это... У меня по хате кто-то щемится. Это еще сидит истерики закатывает, да? Ну да. Тебе не стыдно, нет? Спасибо огромное. Кажется, я что-то упустил. Что ты упустил? Что? Что? Что ты упустил? Что? На жене дури женился. Соглашусь. Что есть, то есть. Ой, серьезно, мне надо... Ой. Что это такое? Сообщение о предупреждении. Записка с изображением воробья. Думаю, кто-то хотел, чтобы я нашел ее. Но зачем? Окей. Берегитесь, ласточек. Чё? Каких нахер ласточек? В смысле, ласточек? Чего? Кого, блин? Что делать надо? Ты... Кажется, что-то упустил. Сначала нужно найти все улики. Ой, честно, да? Серьезно? Надо по всем ящикам? О,
Bingo. Бинго. Он выбрался через окно и, скорее всего, побежал к мосту. Это как вообще возможно-то такое? Так как... Чел, ты окно выломал? Professional or not, he must have left some traces in the office. Через дверь, говорит, удобнее будет выйти. О, какие мы все умные! Мы выходим через окно. Так, тихо. Сейчас мы найдем бабайку. Опачки. Попався. Так. Да в смысле? Назад что ли лезть? Мать, ну подсади! О! Господа, дамы, я сломал игру. Я сломал игру, слышь ты, Леголас? Хуета. Вот как можно было, игру сломать? Скажите мне, как? Как, женщина? Bingo. He escaped through the window and probably moved towards the bridge. Так, начинаем все везде шмонать. Поход дела, нам все-таки надо через дверь выходить. Я вышел через окно, да? Детектив, блять. Ну и нахера я сюда полез? Здесь все на замке. Мать, ну ты не сиди столбом, ну помоги поискать-то, ну че сидеть-то? Села и сидит. В кому впала, блядь. Ты не видел, нет? Хрена себе тут свечка. I need to search the office thoroughly. Нужно, говорит, тщательно обыскать кабинет. Так. What's that supposed to mean? Чего? Осмотреть местность рядом с домом.
Whatever happens. Что бы ни случилось, сиди, не выходи из дома, не звони своей тёще, дуре! Опять оставляешь меня одну? Сдурел? Этим уже занялся шериф, успокойся. Шериф не представляет, с чем имеет дело, если он вообще тот, за кого себя выдает. Он ничем нам не поможет. Не будь параноиком, полиция на нашей стороне. На нашей стороне нет никого, Эмма, никого, никого. Только я и мой любимый стример с Новосибирска, больше никого. Давай, звоните дурку. Миланочек. Милан, очка. Спасибо тебе огромное. Все проще на карте, смотришь в каком-то квадрате. Спасибо за молов. Хай сижу тут, он меня пугает. Пугает, ты мне еще пожалуйся, что я тебя пугаю. Спасибо. Дро, спасибо. Защитил диплом на 4. Вот, я тебе говорил, все получится. А ты мне что? Пройти по кровавому следу. А где след? Maybe the localizer will help. The sheriff probably went for the bridge. That's where I should start looking. Вот сейчас, наверное, надо было через окно выходить, да? Вот, вот только мне скажите, что надо было через окно выходить. Я вам тогда точно устрою. Так. Ну и где кровавый след? Все, да. Все, да. Алье, Антонио. Да в смысле? Так, все, ничего не знаю, пойду вот. Пойду он по следам. Ты дурак. Вот. А иду вот так, короче. Не знаю, где там. Вот, он перебрался через мост и скрылся в лесу. Че, не получится. Я по локатору пойду. 300 IQ мув, ёпта. По крайней мере, я знаю, в какую сторону он пошел. Шериф наверняка где-то неподалеку. Шериф уже на дереве, на я так чувствую, висит. Кажется, я на верном пути. Угу. Слушайте, реально, я не представляю. Ребят, а чё вот это вот правда говорят? Типа, если... Вот когда медведи видишь, что в лесу столкнулся с ним, надо, типа, притвориться мертвым. Это вообще работает, нет? Просто если я сейчас медведя-шатуна увижу, я вот так вот лягу и все. Притворюсь шлангом. Я не знаю, помогает или нет, но не зря, что, наверное, говорят. Сигнал становится все ближе. Да, нет, да, нет. Хоть кто-нибудь вообще это пробовал? Или все просто на шару, кто-то один сказал и... Типа, как это работает? Он поднялся наверх и перерезал веревку. Ну и что ты хочешь, я тебе что, Бэтмен, что ли? Напугать надо медведя. Медведя. После зимней спячки. Напугать. А, потом уже можно будет не притворяться? А. Ну, то где-то в этом где-то есть логика. Медведь-падальщик, он тебя сон сожрет.
А что делать-то тогда? Бежать от него бесполезно. Дэвид, Эмма, я и мои родители. Еще ребята из, из транспортной компании. Кто-нибудь из офиса? Могла ли Эмма проболтаться друзьям? Не думаю. Короче, все, он с ума сходит. Твою мать, почему я никак не могу разобраться, в чем дело? Нет. 100% все будет зациклено вокруг этого типа. 100% вам даю. Он стопудово, он чокнутый. Он просто, он поехавший. Он просто сходит с ума. У него везде враги, везде это... Ля, какая красота. Везде это пятая колонна. Золотой миллиард. Я говорил, РЕН-ТВ не надо смотреть. Надо с канал Hardplay смотреть. Hard Games надо смотреть. Завтра вот, кстати, фан-стрим на Hardplay. Ты знаешь, что 8 часов будет? Каждую субботу теперь фан-стрим. 8 часов вечера по Москве. Чуть такое. Причем провода зеленые, синие, красные. Что это такое? God damn it, it's an electric fence. I need to find a way to switch it. Электрический забор. Нужно придумать, как включить ток. Электрический забор. Зачем он здесь? Оу, да вы электрик. Так. На электрический забор подается питание. И мне что-то подсказывает, если мы пойдем по проводам. Да мы найдем трансформатор. Один готов. Так. Так, мне осталось зеленый. Зеленый я увидел, где наверху. Но днем вообще никакого трешака я не вижу. То есть вот день, ну совершенно все адекватно. Просто бегает, ну, шпион. Смотрит за нами. Так, секунду, сейчас. Мы здесь додумаемся. Что-то здесь куда-то по любасу надо подвинуть. На что-то надо встать. Анвар, спасибо огромное, ребят. Спасибо за платные подписки. Спасибо. От души вам. Платные там, бесплатные. Вы главное, ребят, те, кто подписан, не забудьте, ребят, отписаться от канала и заново подписаться и прожать колокольчик со всех аккаунтов. И на первом, и на втором на нашем канале. Вот, так что это очень поможет, ребят, мне поддержит, правда. Потому что попали в теневой бан, вот сейчас из него выбираемся. И для того, чтобы оттуда выбраться, нужно вот, вот эти вот манипуляции сделать. Это надо один раз сделать, так что сделайте, пожалуйста, кому не сложно. Так, последний. Я на каждом стриме вам это напоминаю. Вот, потому что партнерка нам сразу сказала, это помогает. YouTube хандрит очень сильно. Чего это за звуки? А чё за звуки-то? Чё началось-то опять? Не дури. Не надо. Не надо нам вот этого. Терлин, терлин. Так. И шагу назад. Кролы с тобой. Спасибо. Спасибо. Чё, ничего, я собрался. Выйти. Так. Ну-ка. Иван Деппола потом попьем. That was the last one. Ну, теперь меня не убьет током. Ну да. Ну. Очень в игре, ребят, стал замечать. Напишите тоже в комментах, кто проходил. У вас тоже FPS-ка проседает? Да, кстати, вот HardWTF тоже там. Интересный канал. Кому интересно, может тоже зайти. Там всякие сочные самые нарезки, как мы с боссами там бились. Все дела. Все. Хай.
пройти по кровавому следу. Ну, я не знаю, где этот кровавый след. Подожди, откуда это меня ведет? Тропинка одна вроде. Ой, очень красиво. Очень красиво здесь, конечно, хочу отметить. Непонятно, куда от меня ведет, короче. А, там дорога. Слушайте, мы сейчас, правда, наверное, на какого-нибудь этого нарвемся. Мы доиграемся. Что это какие-то места здесь? Вы заметили, либо слишком все хорошо, либо настолько страшно, насколько вообще это возможно. О, что это такое? Эй, уху. Блин, я не хочу больше в темное идти. Там страшно. Так, ну идем мы правильно. Типа автосейвы. Автосейвы, ребят, фиксируются. Значит, мы все правильно двигаемся. Так, сейчас мы идем этого, да, искать? Шерифа или как его? Шериф или не шериф? Понятно, там кого? Так, где-то вот здесь он. О. He was in this building, but the door is locked now. Он был в здании, но дверь заперта. Най, ну конечно же. Ключик, да, какой-то надо найти. Ай, сейчас здесь начнется, ну естественно. Так, погодите-ка. А как? Спасибо, Юлях. Спасибо за такие добрые слова. Спасибо, девчонки. Ой, у нас что-то девчонок все больше и больше на канале. Спасибо. Спасибо тебе большое. Прям приятно. Я даже не знаю, вот вы когда меня тут хвалите, хочется прям что-нибудь побольше делать. Так, непонятно, куда дальше идти. Непонятно. Слушай, ну по идее в дом надо попасть. По идее надо вот туда залезть, что ли. Ну вход один. Может в окно? О, опять начинаются эти комнаты. Ну и как? Действий нет. Сюда тоже не могу залезть. Что делать-то? Диле, спасибо. Вот такая, говорит, игра. Вот такая. Никак, говорит, баги. Хватит игру ломать. Это не я, она сама. Ты думаешь, я один такой туда на ящике полез? Нет, нас двое. Может быть, трое. Frost Hit, спасибо. Да вы что меня нахваливаете? Прекращайте. У меня такое... Неудобно немножко. Не знаю, может вообще надо в обход? Пойду за ним дальше. Ну и вообще вот туда вот взять, да идти вот туда. Вышка здесь не просто так стоит, правильно? Ну да. Сигнал исходит из башни. Слушайте, вот в этой локе прям дикие вообще просадки по FPS-у. Это на моем-то компе. Аки, спасибо за подписочку, за спонсорку. Ля. Нет там ничего. Черт, я не боюсь высоты. Я тоже, кстати, никогда не боюсь высоты, никогда не боялся. Костя дурачку, что он дурачок? Ой.
имя такое смешное. Спасибо тебе большое. Спасибо. Слушайте, здесь прям кто-то конкретно. Так, стоп. Во-первых. Так, где там аномалии? Где они? О, ля бабайка. Бан. Всем бан. Черти летают, пугают тут меня. Аномалии тут свои. Я был прав, его здесь нет, нужно осмотреться. Кажется, он что-то здесь прятал. Где? О-о-о! Попався. О-о-о! Вот она, пятая колонна. Диль, спасибо. Добро пожаловать. Интересное имя какое, Диля. Как интересно, полное. Кабин. Надеюсь, я смогу им открыть. Дверь того коттеджа. Легчайше. О. Это как тут так труба? Зря я снова оставил ее одну. А там... О, я, да, сильно айники на вапирен, я... Тридцать три года человеку, да. И что? Я со времен стримов в балаклаве, нифига себе. Сколько ж ты меня смотришь, сколько тебе уже лет-то? 12, 14, сколько? Ну откройте, милиция, алло! Куш приготовил, убралась, решила стрим. Страшный посмотреть, правда только одна. К сожалению, не с кем смотреть. Так, давайте мне это прекращать. В смысле не с кем смотреть? Чего, кого вы все стесняетесь? Вы думаете, вот в этом, в Дискорде одни дети сидят? Ты это зря. Так, девки, не дурите мне. Одна там сижу, одна сама себе приготовила. Заходите в Дискорд, знакомьтесь, общайтесь. Там куча комнат можно закрытых сделать. Сами можете делать закрытые комнаты. Вы что дурите-то? Программа бесплатная. Специально для общения, для этого, для общалки для вас сделана. А вы все, я не знаю, я стесняюсь. Кого вы все стесняетесь-то? Должны, я не знаю. Надо стесняться никого. Заходите, общайтесь. У всех все было хорошо. Ясно? Ты как попасть-то? Так, Влад, секунду. Девчонок на канале больше стало, потому что ты самый красивый стример. Жена так сказала. Это очень странно. Я, знаете, он защитил вход кодом, провода тянутся в дом. Вы знаете, я когда вот такие вещи вот читаю, я не знаю, как реагировать. То есть, ну, оно вроде как приятно, но это... Я не знаю просто, как сказать, правда. Как вот, правильно. Да иди, тише, пассатижи, где?
Там с проводами что ли что-то надо сделать? Нет там ничего. А дома тоже ничего нет. Чего тут? Или посветить куда? Что надо делать-то? А, ну на подвал типа посветить. Нужно выяснить, как открыт этот подвал. Как? Как и кверху. Так, я просто ворвусь вовнутрь и устрою парню трёпку. Надеюсь, короче, он меня поймет. Ой. Чего? Устроил трёпку? Найти код и набрать на его компьютере. Что-то плюс. 3 минус 1. Чё? Что ни хрена себе здесь у вас? Lost. Потеряно. So sure. Что-то я не уверен. Он не говорил про копии? Надо было думать об этом раньше. Он уже знает больше, чем нам хотелось. Куратор обеспокоен. Нам предстоит серьезный разговор. Кто за всем этим стоит? Когда это началось? Если они меня раскрыли, то почему не украли телеграммы раньше? Что тут слишком не дохерали, вопросов нет? О. А чего? Вопрос, Б вопрос, С вопрос, Д вопрос. Where can I get the password? The door is locked. Enter the password. Чего? Чего? А вопрос. Так. 3 минус 1. I better check what this lever is for. Хрена себе бункер. Обалдеть. Это реально прикол. Ку-ку. Что задумал этот ублюдок? Он следил за каждым моим шагом, но это и так понятно, это не новость. А он думал, что рассорил нас с Эммой. Так типа советы и делают. Настраивают друзей рост. Да, да, конечно, блядь. Поехавший. Плюс дурка. Thermochromic pigment. Пигмент как-то связан с температурой. Чё? Этого сейчас не особо понял. Свеча. Что-то нужно сделать здесь. Подождите. С температурой. Включил лампочку. Вот это все не кликабельное, чтобы вы понимали. Так тоже. Чё непонятно. Места, где расположены передатчики, отмечены на карте. Все это время нас прослушивали. Ты даже не удивлен. Подождите, что вот это за головоломка такая? Я причем вообще ни на что здесь нажать не могу. Но здесь что-то 100% вот с этим связано. Хз. На втором этаже. Maybe I should check what this button does. Ультрафиолет. A book on encrypting. Книга по шифровкам. Некоторые страницы отмечены.
Я, ребят, пролистаю, кому надо, посмотрите, на паузу потом нажмите. Утром, чуешь, здесь что-то написано, но я не могу разобрать слова. Наверняка с этим можно что-то сделать. Интуиция подсказывает мне, что он пытался передать какую-то информацию, но я не могу понять ни слова. Этот листок надо тараканить туда, в папку. Там что-то сделать. Ну, естественно. It works. I'm starting to make out the letters. Чего? C1? C1 или... Угу. А что, что здесь нужно, я не пойму. А, вопрос, С. С1, типа G. Типа нужно найти подсказки. Я... Сейчас, подождите. С1, это я понял. 3 что-то минус 1. Ан, спасибо огромное. Игра очень напоминает один фильм, где главный герой-мужик тоже сошел с ума и думал, что за ним следят. Ну, вот похоже на это, я говорю. То есть похоже на то, что он просто он спятил, и он, ну, просто сошел с ума. Я не знаю, что, что еще сказать. Я бы сказал, даже слишком на это похоже. Очень интересно. Очень-очень интересно. Плюс... 3 минус 1. Что это, мать его, значит? Давай еще, может, что-то по это. Ему все у нас известно. Он словно спит с нами в постели. Адам проснулся во столько-то, допоздна не мог заснуть. Яма встала. Короче, все знает про нас. Ну, это шпион. Когда мы приехали, он уже дожидался нас. Что это такое? Все трое, эта мразь знает о нашем нерожденном ребенке. Что-то вообще какой-то... Типа, чё? Стоп. Стоп, стоп, стоп. Спасибо. Стоп, а куда это можно направить? Должен быть какой-то белый ли... Я не знаю, может, вот сюда направить? Чего не выйдет? Какие-то слайды сюда или что-то типа... Не пойму, братцы. Что-то, что-то типа кассет туда нужно. Нет, 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 нет. Такие, знаешь, типа должны какие-то пластинки, карточки быть. Это же этот, да, смотрится? Типа, как они... Где... Как он? Я не помню, как это правильно называется. Стоп. А, подождите, подождите, подождите. Здесь же не просто так. Одну секунду. Это здесь не просто так. Тебя на самом деле смотрят больше девочек, чем ты думаешь. Просто многие не общаются в Телеграме и Дискорде. Вполне возможно. Так. Я чертов гений, я чертов гений.
Хорош. Так. Что это такое? Ля ты крыса. А3, что ли? Так, что ли, это смотрится? Ну и чего? Типа, остановись здесь. А3. D2. Сейчас. А3, D2. C1. Так. А3. Y. B, получается, мы не знаем. Я не знаю, давай D, допустим. Или F. Давай F. C1. Нет. А3. B я только не нашел. Вот единственное, что B не нашел. Подожди, а цифры скипаются, да? Чего? Я вообще ни хера не пойму. Подождите секунду. Так, стоп. D2. Вот эту вот. Здесь ничего нет, надо найти слайд. Слайд, вот слайды, вот как они называются. А на слайде полюбасу будет показана эта фигня. Слайд, 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 слайд. Но это не пленка, слайд, это он по-другому выглядит. Так, думай, 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 голова. Слайды. Слайды типа как такие, как эти. Ан, спасибо огромное. Спасибо. Слушайте, мы сегодня так, такими темпами можем игру, получается, пройти. Еще криповее. Можно звуки? Не хватает мне слайдов. А где же они, зараза? Где же они? Что такое? Вот это я не пойму. Не пойму вот это, что такое. 3 минус 1 плюс. 3 минус 1 плюс. Короче, ладно, похер. А3. D2, C1. А3. Finally. Now I can go in the basement and deal with that fucker. Блестяще. Тут типа, ну, я думаю, что это вот это, вот здесь разгадка была. Типа 3 минус 1 и типа плюс, типа 4. Наверное, так работает. Так, давайте без вот этих ваших ужастиков. Хай. Лё. Так. Причём сам. So much blood.
Сколько крови? Что здесь произошло? Зарезали. Твою ж мать, не понимаю, как мог он это сотворить и зачем? Чекай, сзади дверь закрывается. Уху. Он живой! Я наконец-то добрался до шахты. Но что-то спустилось в нее со мной. Что-то нечеловеческое. Но я, кажется, оторвался от него по пути. Нужно забыть об этом. Мне ведь говорили, что нельзя тратить время на иллюзии. Отец, детектив, шахта. Надеюсь, я найду здесь хоть какие-то ответы. Знаете, кто нас, скорее всего, в шахте будет ждать? Мне так подсказывает. Кого мы еще не встречали? Беленького, да? А я не боюсь. Со мной 4500 человек. Я вообще не боюсь. И еще потом несколько десятков, сотен, я не знаю, миллионов тысяч. У меня все получится. Я ничего не понял, я всегда по шахтам хожу очень по-простому. Правило левой руки. Вот взял, зашел, видишь, тупик, все, пошел по направо. Записка пропавшего без вести человека. Он солгал мне, этот старый ублюдок обманул меня. Он продал мне карту, сказав, что он, что она приведет меня к спрятанному в этой шахте золоту. Когда я спросил его, почему старик сам не спустился за ним, он ответил, что слишком стар и плохо видит. И что я сделал? Вместо того, чтобы посмеяться над старым козлом, заплатил ему, спустился на самое дно шахты и... Да, я нашел золото. Только это было золото дураков. Пирит, который даже ребенок отличит от настоящего золота. Моя жадность завела меня сюда, и теперь я не могу найти дорогу назад. Сколько дней я блужаю здесь? Черт, может уже несколько недель. Слава богу, что тут водятся крысы, иначе я бы уже умер с голоду. Мне приходится утолять жажду грязной водой, а когда и она закончится, останется пить только собственную мочу. Я нашел заметки некого Гилмана, описывающие, как выбраться отсюда. Если бы я не перепугался так сильно, был бы уже в безопасности. Я все делал правильно, но когда услышал этот нечеловеческий крик, побежал, пока не выбился из сил. И теперь мне не вернуться обратно. Если я умру здесь, то помните, кто бы вы ни были, записи детектива выведут вас. Свет — это ключ, зеленый свет. Я видел в некоторых туннелях. А для меня надежды больше нет. Я так устал. Свет — это ключ. Зеленый свет. Шахта отца стала кладбищем для многих. Свет — это ключ. Римские цифры, что они могут значить? Запоминайте. 6-1-3. В результате взрыва погибли 3 шахтера, которому и партнер Хайда, Джордж Уайтхед, которому принадлежала половина акций шахты и гостиницы. Случайно. Заставляет задуматься. Один из постояльцев, который мог бы непосредственным свидетелем происшествия, пропал без вести через несколько дней после аварии. И он был не единственным, кто исчез при странных обстоятельствах. Блин, ну здесь, короче, здесь, я думаю, уже все... Из-за взрыва погибло 4 человека, они были друзьями моего отца. The explosion led him to financial ruin. That doesn't make any sense, my father. Но здесь уже примерно. Мой отец был умным человеком. Ну да. Опять крепотень начинается. Свет. Как он сказал, свет. 4. Так, мы здесь. 4, тупик. Стоп, здесь все тупик.
Записка. Записка. 6-1-3. Одна из трех. 6-1-3. Может, это подсказка, куда идти? Других у меня вариантов, ребят, нет. 6 справа. Давай. Мать твою. Блин, очень скрипово. Зеленый свет. Он о нем писал. Труп, которого я обнаружил. Если он не ошибся, я на правильном пути. Зеленый свет. Зеленый. Лех, привет, удачного стрима. Лайк, подписка, колокольчик обязательно. Наконец-то дождался следующей серии хоррора. Спасибо, ребят, что ждете. Зеленый свет. Зеленый. 6-1-1-1. Байт. Байт. Сучий байт. 1. Нам сюда. Да, зеленый свет. Угу. Че он еще сказал? Типа, вот он, этот камень. Один. What? Что? Это же назад дорога. There. Снова зеленый свет. Еще немного, я смогу выбраться. 6. Охренеть, что вообще здесь происходит? Чего? Не пойму. Туда, что ли? Не сюда. Или сюда. Три. У меня же сюда. Да ладно. Правильно? Здесь кто-то еще есть, он не очень дружелюбен. Скрытое передвижение. Постарайтесь не попадаться на глаза духу. Вы будете передвигаться тише, если пригнетесь. Если дух все-таки заметит вас, убегайтесь и прячьтесь. Все, блядь. Попили пивка. Посмотрю карту, может, найду подсказки. Чего? А записки нет? Не понял. Семь. Семь.
Знаете, что думаю? Как в любой игре, нужно просто его обхитрить. Сто процентов. Я понял. Вот она. Сука такая. Не, ребят, так не пробежать. Я посмеюсь сейчас там. Не, здесь не страшно. Когда ты его так слышишь, здесь не особо страшно. Сейчас мы его... Сейчас я его... крутану, так скажем, вокруг. Все, я понял примерно, как это работает. Ничего здесь сложного нет. Попасть, вы поняли, да, куда нужно? Там, где он охраняет. Ну давай, давай, давай. Давай, 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 поближе сюда. Красавчик. А он не убегает, падла, с этого места. Страница из Библии. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Ну что за бред-то, блядь? Я ж сидел в этом. Я ж типа... он меня не мог видеть. Нам определенно сюда нужно. Ничего, ничего. Давай, Погнали. Ну. Давай, давай. Давай, смешно, иди сюда. Просто сейчас как девку забайчу. Короче, прятаться от него вот здесь. Допустим. Не, ну здесь-то он меня не увидит.
Дурак неумный. He cannot see me. 9, 7, 8. Walter thought my father killed his partner in order to get his shares. 9, 7, 8. After all, the mine brought in more income than the inn, which often remained empty. However, the detective didn't have hard evidence, only circumstantial. Пойду, говорит, погреб заколачивать, гараж на всякий случай. 9, 7, 8. Запомните. Просто надо на ноге выбежать отсюда. Ну и все, он отсосет. Пусть там бегает до потери сознания. Так, все, начинаем. Пусть он там в центре ходит, в принципе, он мне вообще не мешает. 9, 9. Твою мать, на другом конце, что ли? Окей. Угу. Ля. Мне кажется, мне вот туда. Блять. Где карты-то все? Это куда? Да ладно. Семь. Что это такое? И куда? И зачем? Байт на дурака очередной, на который я попался? Или нет? Мне кажется, шляпа. Мать твою, там зеленый светится, и там. Восемь. Семь вообще внизу. Под 9 я зашел. Сейчас, ребят, секунду. Сейчас одну секундочку, ребят. Наушники садятся. Сегодня стрим долгий. Сейчас. Девять, семь, восемь. Так, еще раз. Давайте сначала. Нафиг эти фонарики. Поехали. 9, где у нас? Давайте. Чтоб наверняка. А, подождите, 9, вот он где-то. Где 9-то, ёпти? Вот это, что ли? Показывать сюда. Стоп. Если бы я не зашел, он бы ни хера бы не загорелся. Вы что-то городите, по-моему. Мне сейчас нужно 7. Все, погнали. Семь. Семь. Да ладно. Прошел, что ли?
7. Да ты гонишь. Сюда, что ли? Я не пойму. А фонари сюда показывают. Как это возможно? Что, фонари врут, что ли? Бля, 7 не вижу, хоть убейте. Так, секунду. Сейчас. 9 мы зашли. Семь, бежим дальше. Все, я примерно понял, где 7. Семь. Есть. По идее, сюда, ребят. Семь. Что-то в конце было 8. 8, да? 9, 7, 8. 8. 8. Поехали. 7, 8. Хай. 8. Бежим направо и первый поворот налево. Направо. Бежим туда. Направо, первый поворот налево. 8. Оно. Должно быть оно. Да. Здорово. Even death fails to grant an escape for some. Блять, нужно опять найти этот, ребята. Писюльки надо найти. Все, последний. Последний остался, братцы. Найти последнюю записку. А где же мне найти, братцы? А найти я знаю, где можно. Найти можно только в одном месте. Там, где он ходит обычно. Расскажешь, да. Где он ходит, там и будет писюлька. Они типа, видишь, все однотипные. Типа все однотипные. Опять здесь? Хера подобного. Их 2? Чё, блядь? Чё? В смысле 2? Стоп, подождите, если ярусом ниже, может быть мне просто вот сюда? Или нет? Мне было сказано, спускайся ниже. Разве это не то? Дальше. А где писюльку найти? Ага, ну 100% вот в том домике. Просто руку на отсечение даю, что там. Бля. Там еще один. Тут еще один топает. Охуительно.
Парни, вы что-то... И тут хуй его знает. Потом разберемся. Все. Пизда. Убежим, убежим, прочитаем. Мария seemed to know the whole story. She mentioned some Да звук дай, дурак. Something that could change everything, bring us down forever. What could she mean? Did she know something that even I don't? 17. Короче, иксы убираю. 7. Ну, десятки убираю. 7, 3, 4. Десятки, они все под десятки. 7, 3, 4. 7-3-4, 7-3-4, 7-3-4. Десятки убираю, ребят, если что. Ну, мне так удобнее просто. 7. Чего у тебя не получится? Семь. Где-то здесь близко должна быть семь. Ой, бля. Семь. Быстрее ищи, дурак. Прямо. Второй налево, первый направо. Прямо, второй налево. Прямо, второй налево. Первый направо. Блять, не то. А, или то. Подожди, то. Ну тоже. Вот он, вниз, спуск. Блять, надеюсь, не ошибся. Чё, блядь? Как так-то? Ой, я не понял. Я их оббежал. Семь. 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 Ищи семь. Нет, 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 это все не то. Семь. Пойму, не манды. Опять они здесь. Твою мать. Не понимаю пока. Сейчас куда? На три мне идти или куда? Не могу понять. Типа семь я прошел, что ли, уже? Как это, блядь, понимать? Что вот этот? Я не могу понять, я, блядь, запутался в локах, что ли. Я не пойму, где какая. А, одна свечка горит. То есть мне нужно второй. Семь, три. Три, три. Ёп, так рядом я с тройкой прям стою. Вот она где-то вот здесь прям. Вот она, обломанная табличка. Вот, мне сюда.
100% мне сюда. Все, там же свечки зажигаются, я не обратил внимания. И что это? Нет. Нихера. Хорошо, давайте здесь попробуем три найти. Я не могу понять, что происходит. Что-то в последней локе я маленько приблудился, братцы. Все вообще 17. Твою мать, а. Один фонарь горит. Мне нужно... Ну вот же, мне вот сюда нужно. 7, 3, ну. Вот он. Ну неужели я неправильно говорю? Ну сюда же. Да, 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 зажегся второй фонарь. 7-3. Да, это оно. 3-4-4. Доска где? 3. Нет, нет, нет. Через всю локу бежать. 4 это пятерка. Это 8, не то. Дальше бежим. 3. Все, херня, Миша, не то все. Четыре. Изи, изи, это оно. Это оно. Да, да, да. Да, это оно. Есть, ребят, я отгадал. Я отгадал эти загадки. Все окей. Все окей. Не-не-не-не-не, больше меня ничего не заставит никуда сворачивать, не сворачивать. Нахрен этот аттракцион. Подожди, чего? Чего? Так, стоп, 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 стоп. Не могу, не могу ничего сделать. Шестерня, не нажимаю. Стоп. А назад? А назад? А назад? Понял. Понял. Вагонетка. Так. Что сделать? Что? Ага, вагонетку сюда все, протащить, она все доски сломает. Все, 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 все. Понял, принял. Толкаю. Пока без скримеров, пока все хорошо. Все хорошо. Нет, не так. Так. Угу. Так. Есть. Рельсы. А рельсы меняются вот здесь, поэтому это сюда тащим. Я вас всех переиграю. Это сюда тащим. Вот. Есть. Теперь рычаг. Да, а теперь. Теперь толкаем. Она, по идее, направо должна поехать. И там она выломает доски.
Здесь вроде нет ничего такого, прям сложно. Бля, буду, это никто не слышал. Да что ж такое, нос чешется? 100% это никто не слышал. 100%. Как у моей бывшей. Ой! Тихо. Опачки. А вот и ребята. За золотцем спустившиеся. Здорово. Это Гилман? Он, господи, он, кажется, еще жив. Да у меня нет сердца, ублюдок. Че, блядь? Одолеть Гилман. Как? Чем, ёпта? I have to run. If he so much as touches me, I'll freeze to death. Нужно бежать. Бегу. Ага, сраку. Блядь, я чуть сейчас не того и все. Ничего не выйдет, ничего не выйдет. Мне не страшно. Мне не страшно. Мне не страшно, отсосете. Ничего у вас не получится. Я убегу из этой блядской шахты. Ничего не получится, ничего не получится. Господи, помоги мне. О, я бы на вашем, конечно, месте лайкос поставил. Отсосешь. До свидания. Не-не-не-не-не. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Ничего не получится, ничего. С первого раза пройду вас, детки. Да, все, здравствуйте. Саб-Зера? Не зря в КС сыграл. Кста. Как вы это прокомментируете? Слово профессионализм и слово отсутствие страха, отсутствие, полное отсутствие, заметьте, страха, фиксируется на стриме. Потому что вообще не страшно. Да ладно. Чел, ты... Чё за херня? Замораживающее. Уже второй стрим сегодня, ребят. Долгий. Прячьтесь за листами металла, чтобы укрыться. I need to be careful. Any of those blasts could freeze me to death. Все, окей. Ну это простенько. Ясно, магия. Как бы все понятно. Эх, помню, у меня сундучник такой, валики хороший был. 24/7 фармил. Ох, он вот этих вот магов хорошо решал. Ой, хорошо. Красиво делал, красиво. Сердце его слабое место. All be over. Если я туда ударю... Ударишь, да. Вот сейчас только не надо ржать. Вот это вот ваше вот... Никакого правителя, меня сначала закрыли, потом... И стоят вот так вот, все смотрят на меня через дверь. Этот еще со своим сердцем. Дурак неумный. Че у тебя не выйдет? Кстати, его строго. The heart is his weakness. If I can hit him there, all be over. Я верю в чудеса. О, привет! Да в смысле? Да как? Я сидел же за листом.
сейчас. Вот это точно победное, все. Вот это точно победное. Все, это... Чего? Что, совсем дурной, что ли? Нет, не это, вот следующее. Он с ВХ, ну понятно. Все маги... Все маги... Конченые. Играешь магом, сосешь. Играешь магом, в рот берешь. Это экспромт. The heart is his weakness. If I can hit him there, it will all be over. Так, все, осас. Я всегда этому. Соседнего клана всегда песню пел. Он постоянно просто на этом, на эссе играл. Там грех ему было не спеть. Топовые песни мне тоже очень нравятся. Очень нравятся. Это песня любого человека, кто играет на варе. А вот если бы сейчас овербаф СВС кота и БД накинуть и Вику еще поверх под эпик тодобижий, вот тогда бы я бы посмотрел под снайп как встал. Под снайп встал, говоришь, че, любишь покастовать, любим, да? Сотник, спасибо. Ну да. Demon's Souls, так я прошел Demon's Souls. Лучший момент, ребят, по Demon's Souls будет на канале. Да я успел! Блин! Я успел! Immolate Improved! Куда лезем? Ой, сразу вспоминаю вот этот вот. Был тоже один герой. Не буду говорить, с какого клана, с одного. Уж слишком тоже знают все его. Он тоже вечно. Смотри! Некроманты, имба! Я говорю, какая имба, некроманты, сынок! Я говорю, это С4. Имба, они будут в следующей части. Я говорю, куда ты лезешь, сына? И вот он вот так же стоял, кастовал, пока ему как под снайп не встал. А я, ты думаешь, зря сидел в Геране торговал? Ты думаешь, я зря в Геране сидел торговал? Столько лет. Как под фул эпиком, как зашел, как дал. Кролл. Хай. Сынок, следующий заход я тебе устрою. Я тебе чуть-чуть нам... Сюда, сына! Нати, Кайло! Бан, бля! Обидно, да? А вот так вот... Ой. Да скидывай его! Давай, батя, рубай его! Всем бан! Забирай! Я же сказал тебе убираться! Админ пришел! Админ! Бан! Это админ, ну да. Бан! Ты бы тоже особо не лежал, сынка. Ты бы это... Да, давай. Давай, плечиком в него. Давай. Закончи то, что начал. Your soul is mine. Бам, блядь.
На нахер. Хера ты, отец. Забирай, дурак! Дурак, артефакт Герани вы продали! Ой, блядь. Глава 9. Поиски злоумышленника обратились к кошмарам. Эмма утверждает, что я пропадал в лесу 6 часов. Что еще хуже? Кто-то вломился в мой кабинет и украл телеграммы. Погнавшись за вором, я раскрыл ужасную правду. Советы. Проклятые. За нами давно следят. Им известно все, каждая мелочь. Чем дальше, тем запутанней. Мне уже начинает казаться, что Николай совсем не был сумасшедшим. За каждым его шагом тоже кто-то следил. Кто-то. Где я? Найс. Ни хрена себе. Хороший тамада и конкурса, короче. Я на дне колодца. Как мне отсюда выбраться? О! СКС-ки нож! Опа, М9! Ля! Под копирку! Fuck, I think I'm gonna pew. Братцы, я здесь сцену закрою, с вашего позволения. YouTube, ребят, он YouTube. Я надеюсь, все меня правильно поймут. Потому что, ну, здесь просто очень близко эта сцена показывается. Я боюсь, как бы они не подумали, что это не игра, а алгоритмы YouTube могут, ребят, очень быстро это все дело. Все. Все у вас, все видно, все слышно. Я думаю, да, все нормально к этому относятся. Потому что, ну, здесь... Да, все. Все, у вас все видно. Просто слишком близко, да, я боюсь, что... Ютаб может... Подумать, что это мы в реале такими вещами балуемся. Это как с Ведьмаком. Несколько частей забанили. Из-за сексуального типа сцен. Я пишу эти апелляции, говорю, типа, да вы охренели, это же игра. Ничего не знаем, типа, близко сцены, вы бы могли их скипнуть. Игра вообще-то не про это. Зачем мы еще в нее играем? На сиськи Йеннифер грех не постановил. Ну, типа, ну... Типа, ну... ну типа, ты... А вторая это... Рыжая. Уф. Трис. Уф. Сейчас кто-нибудь смотри. Сверху. Смотри. Fuck, the plank is gonna break. Доска сейчас сломается. Ну ни хрена себе, ты Спайдермен. Ты на одной руке висишь, тебе нормально, сынок? Спайдермен, Спайдермен. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас кто-нибудь будет. Прикинь такое увидеть. Пошел у себя в этом походить. А тут из колодца вылезает тип в наручниках, весь в крови. От тачки? По-моему, от тачки ключ. А, от наручников. Я что-то смотрю, связка целая, я думал. Вернуться домой. Легчайше. А, подождите, вернуться домой, мы же у этого находимся. Так, у меня мачете была. Да-да-да, я помню. Ой, вы у меня такие молодцы в этот раз. Ты, я говорю, 1600 комментариев наклепали. Кто-то там истории в комментариях пишет, кто-то какие-то поэмы. Есть ребята там, прям аккаунты, видать, создают, тоже подписываются на канал, активность поднимают. Всякие там по несколько слов. Главное, хотя бы по два слова, ребят, через пробел. Хотя бы. Ютубчик это воспринимает как новый комментарий. Но кому не сложно, я повторюсь. Если можете хоть 200 их написать, хоть 300, другалечек. Они очень любят, когда комментариев много. Начинают там видео продвигать. Если бы YouTube правильно, ребят, работал, как он раньше это делал, я бы вообще ничего не просил у вас. Поверьте мне на слово.
Никогда бы не сидел там, комменты не клянчил. Лайкоса. Типа, ну... Не стал бы никогда этого делать. А, вот YouTube такая вот платформа. Twitch, конечно, в этом плане вот крутой. То, что не, вообще ничего не надо, не париться. Ни над описанием, ни над чем. Оп. Кстати, я один заметил, почему с левой стороны у него... Почему у него на левой руке кольцо? Стоп. Здесь это вопрос. Наверное, через мост мне, по идее. Фонарь. Чё? Ахайо? А, 13 глаз. А, не на левой носит? Алик, здорово, дружище. Тысячу лет тебя не видел. У иностранцев кольца у замужних на левой руке. А, я не знал. Не знал, правда не знал. Сорян, если там кого-то где-то обидел. Я не знал, правда. Без всяких там этих приколюх. Здесь бродит маньяк, а я оставил жену одну дома. Надеюсь, с ней все хорошо. Да что может случиться в заброшенном лесу дома? Ночью. Что может случиться? Когда-то тем более... Да. Брат, вообще не парься. Эмма! Куда она подевалась? Эмма! Ку-ку. Эмма. 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 Плюс скандал. Ку-ку. Эмма. Все, похитили. Все, да. Похитили. Ой, господи. Господь услышал мои молитвы. Господи, наконец-то похитили. Все, заканчивайте игру, да и хуй с ней. Да, похитили его. Да, да, господи. А она случайно не... Нет. Нет. Эмма. Hey, yo. What's up? What's up? Ну где Эмма-то? Напугаешь, я тебе сразу говорю, с локтядом. Сразу. Ку-ку. Алье. Кончено. Если ты сейчас меня пуганешь... Э! Мать, ну не дури, давай вылезай, где ты? Эй! Ну где, под шканарем где? Блять, она меня пугает больше любого скримера. Хай! Эмма. Эмма. Он снова приходил! На этот раз! Опа, оливочка! О, Эмма, ты не такая уж плохая. Я поскользнулся и упал в ручей. Все в порядке. Это семейка этих. Он вернулся, понимаешь? Он все никак не оставит нас в покое. И телефон не работает. Главное, что он не причинил тебе вреда. Но он мог. Смотри, что я нашла. Боже, прости, нельзя было оставлять тебя одну. Ты встретился с шерифом? Да! Нет, мы разминулись. Но я нашел телеграмму. И представь себе дневник, о котором я тебе рассказывал. Дневник! Дневник Николаса. С его помощью я смогу их расшифровать. Осталось только найти недостающие страницы, и тогда... Опять ты за свое! Нас хотят убить! Тебя волнует только работа! Почему ты совсем не думаешь обо мне? Придумай что-нибудь, обеспечь нашу безопасность сейчас же. Во-первых, прекрати уходить из дома от своей бабы, блять, когда рядом маньяк ходит. Идиот! Эмма вся на взводе.
I better check what the sheriff was up to. Luckily, I've got his car keys. Ключи от его машины у меня есть. Я же сказал, ключи от машины. Ну, шерифа мы почти встретили. Ну, как сказать, так, частично. Частями. Ту-ту-ту. Опа. Читать. Это интересно. Так, полицейский отчет. Номер дела там такой-то, дата 28 августа 79 года, имя Эмма. Происшествие. Незаконное проникновение в жилище второй степени. Понять не имею, что это значит, но пох. Предпринятые действия. Я прибыл на место происшествия в 17.03. После предварительного осмотра я могу с уверенностью подтвердить, что шины автомобиля мистера и миссис Стивенсон действительно были проколоты острым предметом. Отпечатки обуви на грязи говорят о том, что вероятным преступником может быть мужчина. Я поговорю с владельцем и продолжу осмотр, после чего изложу свои выводы в докладе. В докладе. В докладе. Опа. Дополнительные комментарии. У дома семьи Стивенсонов довольно колоритная история. В 50-х годах 90-го века в шахте неподалеку произошел несчастный случай. Как минимум несколько человек пропало примерно в тех же местах. Когда было найдено тело одного из пропавших, обвинения пали на некого Джейкоба Хайда, совладельца шахты, жившего именно в этом доме. Тела других пропавших нашли лишь спустя много лет, из-за чего эти места с тех пор окружают множество мрачных легенд. Убийца также не был задержан. Тут все уже предельно, по-моему, ясно. Так, тихо там, без вот этого. А может быть, помпа в багажнике будет лежать такая? Ну, такая, знаете. Ружьишко дедовское, нет? Нет, так нет. Ну что, и все, что ли? Во, рация. Алье! Антонио! Фагундес. Лё! И вновь продолжает с собой, и сердце тревожно в груди. Ленин такой молодой и юный. Блять. Октябрь впереди. Зачем он хранил эту зажигалку? Сорян, у меня минус голос, так бы я спел сейчас, конечно, шикарно. Это вообще был настоящий полицейский или просто ряженый шериф? Лё, блядь, зажигалка зипа. Зипа чи не зипа, непонятно. Кто шарит, напишите потом, я просто не курю. А это что? В конце 19 века семья Хайдов юридически изменила фамилию на Стивенсон, чтобы перестать быть причастным к обвинениям против Джейкоба Хайда. Что, я должен поверить, что мы и Хайды одна семья? Бред полнейший. Мне бы рассказали такие подробности нашей биографии, так ведь? Да-да, рассказали бы, будь это правдой. А это все неправда. Это ахинея, выдуманная шерифом. Ага. Он хотел меня подставить, залезть мне в голову. И вообще, шериф, сука, я не понимаю, что это происходит. Все, все, все. Санитаров в пятую палату, пожалуйста. С Лединым вместе туда. А другой летчик. О! Эта статуя выглядит знакомо. Но я никак не припомню, где я видел. В смысле, где я видел? Я точно знаю, где я видел. И чё? Кролл. This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Разгадайте загадку рядом с камином. Часть текста невидимая, как мне ее прочитать? В тени. Очень внимательно. Ночью грядущие днем обдумают. Ночью грянувшие днем обдумают. В тени скрытое свет раскроет. То, что было ночью, днем обдумают. В тени скрытое свет раскроют. В тени.
Иисус указывает на врата ада. Подвал. У меня одни ассоциации с подвалом сейчас. Ну, типа, вокруг него все и было. А я не прав. Нет. Ничего подобного. Указывает на врата ада. Ясно, из дурки сбежал. Знаю тоже одного человека. Тоже лечиться не хочет. Очень интересно. Ночью грянувшая. Днем обдумают. Ночью грянув в тени. Скрытая. В тени скрытая. В тени скрытая. В тени. Тень. Тень. В тени скрытая. Думаю, что мне вот это нужно. Я думаю, что вот это мне не нужно. Ребята, а можете написать, сколько глав? Можете написать? Мне просто правда интересно. Я, наверное, добью сегодня игру. Если поддержите подписками, лайками, то добью. Ну, если вам интересно смотреть. Он указывает в тени скрытое. Может быть, за картиной что-то. Может быть, он на что-то указывает. В тени. В тени, сука, скрытое. Он указывает пальцем, может быть, что-то положить. Стоп. Что это такое? Блядь. Не могу, ребят, кликнуть. Он протягивает руку и показывает на ад. То есть ему что-то нужно, наверное, в руку положить, чат. Тени скрытые. Тени скрытые. Тени скрытые. Что мне это дало? 184 A.D. Прочитать это нельзя. Стоп. Это открывается только ночью. В 1864 AD. Что же, бля, это мне дает? Я понял. 1864 ада. That number sequence isn't random. А нижний как крутить? Нижний не крутится. А мы наебем систему, мы вот так сделаем.
получится. Так. Одну секунду. Что здесь looks нужно like делать? Похоже, это даты. Каждая относится к какой-то букве. Дата. Каждая относится к какой-то букве. Дата. Каждая относится к какой-то букве. Это типа... Это типа, наверное... Слушайте, а это не с книжкой вот с той нужно, а? Хватит уже пугать, блядь. Все, закрыто. Не сюда ли все-таки? Нет, 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 нет. Я уже лишнего придумывать начинаю. Спасибо огромное. Продолжай делать свое дело, у тебя это очень хорошо выходит. Ребята из чата не дадут солгать. Кстати, будет ли сегодня... Не, уже не сегодня, дядь, уже очень поздно. Уже не сегодня. Плюс С. 1773 плюс С. Ай, блядь, это плюс. 1773 плюс С. 1773. 1000. Как это он так, подождите, вращается? 1773. И? Б. Да? Блять, правильно я думаю-то? Давай попробуем. Есть вообще есть буквы Б? Сосать? Ее нет. Продолжаем думать дальше. Это же С буква, да? Не С, а С. Если я смогу понять, какая буква к какой дате относится и составить из них слово. Какая буква, блядь, к какой дате относится? 1773. След, да, есть от стрелки. Блять, ну они так никогда не совпадут. Мы не можем отдельно крутить.
Ни хера не могу понять. Не пойму, ребят. Я не могу понять. H. Может быть, блядь, так это работает. H, ну нет, это вряд ли. Это. Причем здесь тогда что-то плюс C. H. Вроде есть буквы. 1823 плюс M. 1823. Хорошо. Хорошо, 1823. Это так работает. П. Угу. Пиздец, самые, блядь, сложные для меня здесь загадки. Внутренняя ни одна не крутится. Стрелку, я так думаю, что должна стоять. Нихуя не пойму, как работает. Это, я говорю, здесь, вот в этой игре, блядь, самые сложные загадки из всех вообще игр, которые я играл. Не знаю, как это работает, братцы. Хотя, может быть, все просто, просто мне они как-то сложно даются. Хер его знает. Не могу понять. Я не знаю, правда, как это отгадать. Если мы на С ставим, допустим, внутренний на С, ну, 1864, и что? И что? Не знаю. Сорян, ребят, но туплю пиздец. Короче, ребят, я не буду сидеть. Скажите мне просто шифр, я дальше пойду. Правда, я... Это одни из немногих загадок. Я ни хера в них не могу разобраться. Просто скажите буквы, я дальше пойду. Я не буду, ребят, на стриме сидеть 25 часов. Просто, ну, сложно для меня эти загадки даются. Просто шифр, и все, я погнал дальше. Напишите в чате, я, ну... Угу. Потом напишите тоже в комментах, как вот в первой части вы делали. Потому что здесь что-то, ребят, мне очень прям сложно. Даются. Вроде то легко, Bingo. То легко, а то в какую-то затупу реально впадаю, и все. Ну, ничего страшного, бывает. А, это логично. Аркаш, спасибо огромное. Спасибо, мужик, все. Ух, ёпта. Что за проклятое место? Что это значит, все эти слова и символы? Чё за...
Я ухожу в дальнее путешествие, не двигаясь. У всех, кого я встречал, есть два лица. Одно человеческое, другое звериное. Лжецы, воры, убийцы, фальсификаторы, монстры, садисты. Он и я. Нет ничего увлекательнее, чем охота на опасную дичь. Дневник юного Николаса. Я столько раз извинялся, но отец говорит, что без наказания я ничего не пойму. Я все спрашивал: папа, зачем ты делаешь мне больно? Он покраснел от злости и сказал: зачем ты продолжаешь делать больно нам? 3 января 850 года. Нет ничего хуже темноты. Ненавижу ее. Меня больше ничто так не пугает. Я не знаю, в чем ошибся на этот раз. Может, ни в чем. Может, ошибкой было мое рождение. Думаю, отец хочет от меня избавиться. Но потому что я сделал... Не потому что я сделал что-то не так. Дело во мне самом. Он просто не хочет, чтобы я был в его жизни. Я ему мешаю. В чем еще может быть причина? В том, что я забрал его карандаш, которым пишу, когда через щели проходит хоть немного света. Я правда не знаю. 24 марта 850 года. Мне приснилось, что я носился по гостинице голым и кричал на гостей, как безумец. Приснилось. А может быть, ему это и не приснилось. Это был всего лишь сон. На самом деле страшно мне. Я разбил тарелку с едой и остался без ужина. Отец решил, что я сделал это специально. Я ничего не делаю специально. У меня трясутся руки. Не могу больше писать. Дим, спасибо огромное. Спасибо, дядь, спасибо. Спасибо, уже все решили. Мая. Я здесь не один. Он тоже бродит по дому. Не знаю, нравится мне это или нет. Он не разговаривает, только улыбается. А я смотрю в пол и молчу. 6 июня. Он хорошо ко мне относится. Не так, как думал. По крайней мере, теперь я хожу по лесам не один. Нельзя говорить отцу, не то он рассердится. Сегодня все как всегда. 11 августа. Шкаф и темнота. Но на этот раз он со мной. Я сказал ему, что хорошо себя вел и ни в чем не виноват. Это все отец и остальные. Папаша запирает меня, потому что стыдится. Он бы только обрадовался, если бы я вообще не родился или бы был кем-то другим. Сначала он мне не верил, но потом сказал, что я прав. Еще он сказал, чтобы я не волновался и набрался терпения, и что все будет хорошо. Я ответил, что все уже хорошо, потому что мы больше никогда не останемся одни. 23 сентября. Я уже не маленький, я не обязан слушаться отца только потому, что он больше и старше. Я умный, и у меня в голове много всяких идей. Я рассказал ему о них, пока мы сидели вдвоем в темноте. Он сказал, что я болен. Ну и что? Может, я болен из-за того, что со мной сделал мир? Ночью мы пойдем в лес охотиться на опасных зверей. 2 октября. Он ушел спать. Я сижу один. Папаша привел в гостиницу новую девушку. Думает, никто не заметит. Я увидел, как Уайтхед плюнул в лицо шахтеру. Я сжал кулак и представлял, как превращаю их в кровавое месиво. И последнее. 7 октября 1850 года. Он ничего не знает о моих планах, но осталось всего пара дней. Скоро я ему расскажу. Я знаю, где папаша держит пороховые бочки. Ох, и веселье начнется, когда мы выберемся из этого шкафа. Я попросил дамочку из гостиницы показать мне... свои руки. Она рассказала папаше и... перепутала меня с Энн. Теперь мы оба тут гнием. Я должен был убить эту лярву. Такие, как она, просто бесполезный мусор.
Ненавижу этот шкаф, хочу разломать его на кусочки. Знаю еще одно похожее местечко. Да, оно вообще ничем не отличается. Темно, холодно, похоже на ад. Оно должно сгореть, если мы хотим, чтобы наши страдания закончились. Я всегда говорил, люди лишь сраный сблев на полу. Интересно. Мужчина в маске. Теперь я знаю, кто он такой. Кого это к нам принесло? Open up. За дверью кто-то стоит. Ты чел, ты серьезно? Мужчина в маске. Я знаю, кто он такой. Понял, когда он снова пришел мне на помощь. Это мой отец. Когда детектив умер, он превратился в ледяного призрака, который меня чуть не убил. Холод пронзил мои руки и лицо. Сосульки устремились к моему сердцу. Но отец, спрятанный под маской и цилиндром, вновь спас меня. Он появляется и исчезает снова, словно призрак. Значит, он мертв. Как и все остальные? Как он умудряется защищать меня из могилы? Не понимаю, почему не узнал его сразу по одежде и цилиндру. Но он отравлял мое существование, пока был жив. Зачем он помогает мне сейчас? Чем больше я знаю, тем меньше понимаю. Охренеть. Интересно. The man in the mask. Мужчина в маске. Это он, это мой отец. My father. Зачем он меня защищает? Why is he protecting me? Что он пытается мне сказать? Друзья мои. Я предлагаю сейчас сделать следующим образом. Во-первых, спасибо всем, кто были на стриме. Сегодня вы меня очень круто и сильно поддерживаете, поэтому я бы хотел всех пригласить сейчас на стрим по Mountain Blade. Хоть я и очень сильно устал, я, наверное, с вашего позволения, ребята, выключу свет. И очень хочу порадовать зрителей сегодня 4-м стримом по этой игре. Или каким он у нас идет по счету, я уже не знаю. Вот, в следующий раз мы обязательно допройдем эту игру. Вот сегодня не хочу прям сидеть до талого, потому что довольно тяжело мне уже дается стрим. Второй, довольно долгий. 3 часа ровно. Кстати, я сдержал свое слово. 3 часа ровно мы с вами прошли, прям дошли до последней главы. Ребята, обязательно пишите комментарии внизу в описании. Обязательно жмите ваши лайки, подписывайтесь на канал. Ну а сейчас всех приглашаю на стримчик по Mountain Blade. Все, всем пока. С вами, как всегда, был я, Леха. Ссылочку на плейлист найдете в описании. И канал Hard Games. Всем приятного настроения, ребята. Удачи. Пока-пока.